бросить, а даже не попытался ее толкнуть. Ну, сейчас второй подход. Этот вес он не поднимал. Никогда сразу с предела решили начать. Ну и второй подход неудачен. Сразу после вставания решил Владимир Демирев начать выполнять толчок от груди. И неудачно. Еще одна попытка. Но других участников на этот вес нет, поэтому вынужден 2 минуты отдыхать и снова выходить Демир Демирев на помост, либо перезаявлять в большую сторону. А в большую сторону сколько? 187 планирует начинать кореец Ким Кванг Сон. Рихард Кач, еще одна попытка. Пока 186 заявил, но, думаю, перезаявит.